Здравствуйте, мои дорогие. Очень необычное стихотворение с элементами юмора. Надеюсь, вы это оцените. Ну и называется просто «Про колхоз». А у нас в колхозе все нормально. Урожай хороший и надой. Только председатель аномальный нарушает жителей покой. Он ночами проверяет яву. По всему селу от рева вой. Словно он с боями Братиславу отбивает за селом войной. Все нормально и зарплату платят. Трактора, комбайны тоже есть. Только яву он свою ухватит. Вновь теряет пред народом честь. Мы не спим от дури экстремальной. Не уснуть берушам не помочь. Вот такой колхоз у нас фатальный. Да и председатель сволочь в ночь. По соседству тоже агрофирма. Там картина маслом не каприз. Директриса запросто за ширмой. Всем приезжим делает стриптиз. Люди ночью спят и без тревоги. Крепок сон и делается все. Пока директриса кажет ноги, оголяя пышное свое. Два хозяйства, а стремление власти не понять простому мужику, что для руководства слово «счастье», просыпаясь утром да в стогу, у меня на это нет ответа. Только вот зачем их понимать, если кто-то, скажем, правду где-то любит задирать и погонять. Спасибо.